Так, сейчас я управление у себя переделаю, чтобы удобно танчить было. А, оказывается, Фрун это кот. Что, нам есть место будет или нет? Да вроде нет. Я АФК пока что. Не понял. Давай, может, кикнем, кажется. А ты кто? Фокус? Да, да. Ну, бля, для Фокуса есть место, конечно. Спасибо. Ну, кого тогда кикнем? Из этих патчей, которые сюда. Ну, мы только трэш начали бить, может, пугов? А у Срули вот есть ДЦ и место Арлекина, он даже не в инсте. Возьмем Фокуса и на Халионе в три хила там Хазарак один свет захилит. Фокус, давай заходи. Да, я заходил. Бегнитесь на трэш танки второго танка или что, или давайте сумманем паладина. Или он настраивает там только себя. Я настраиваю, я не могу сейчас танчить, сейчас я настрою. Бегнитесь кто-нибудь там, не знаю. Он вроде спекнулся. Ваня, давай спекнись пока на трэш БДК, чтобы быстрее принести. Вот он тоже спекнулся. Кидайте пати, я зашел на кто. Насунул в бинду. А ну тебя никогда? Сейчас, да. По-моему, нет. Ой, давай суманем кота. Сука, да. Он жирный кот, быстро трэш слется. Куда он, блядь, кота? Кулдаун? Угу. Сейчас я по 7 перцам пробегусь, подожди секунду. Ты в обычке уже был, да? Да, наверное. Сейчас у демона чекну, может у демона нет кулдауна. По-моему, и демоном был. Че, Виталий, как успехи там? Все, сейчас заканчиваю, заканчиваю. Секунду. Чуть-чуть остался. Все, сейчас. Секунду, секунду. Ты в скором времени будешь знать все мои аккаунты, походу. Ай, блядь. Джерри, тут? Давай зайди на кого-то, на ШП желательно. А то рогу уже есть два.
крестом и магом я ходил. Так, демон тоже сказал. Короче, беру того шамана обратно. Спасите! Не, стой, зайдет Джерри. Берите того шамана, если он еще. Да не, зачем? Лучше ты. Он уже игнор кинул. Там девочка какая-то была, уже игнор кинули. Мне, короче, похуй, кто зайдет, кто нет, блин, будем так пулять и бить. Успел, не успел, блядь, это вообще плохо. Сейчас будем пулять и сразу бить босса. Короче, смарт, ты кидаешь каски всем. Молодец, кинет кулаки МП5 по всему рейду. Виталя, кидай каски по всему рейду. Сейчас. У тебя риков нету. Ой, блядь, точно, я забыл. Молодец. У тебя есть риков дать этому паладину? Паладина. Купил регов. Все нормально, все нормально. Вот смотри, слот держали Джерио, на который он пошел, и фокус, который, блядь, со всеми крестами КД. Джерио не заходит. Слава, да хочу ты ругайся, я же, блин, не помню, что там кулдауны пока.
смарт-килл, ты забыл ускоряющий выстрел вытащить на фонарь? А что-то мне не высвинулось. Ну так ты на босса смотри, на нем показывается квадратик. Это прикольно, конечно, но давайте все-таки снимать выступление. Нет, у меня ТПМ вообще не кричит, я не могу понять почему. Ну и нахуй не надо. Нет. Нахуй надо. Че ТПМ, смотри по бафам, у него выступление появляется, ты же как бы ДД босса-то бьешь, видишь? Я привык просто ТПМ. Джерин, ты заходишь? Да. Хризи на боссе, сумасвод первая, в смарку вторая. Запускай. Дайте шкаф пока. Хризи первый, сумасвод второй, я что-то... Хризи, не запускай! Войт, повтори еще раз. Ты вторую копию взял. Вторая копия твоя. Угу. Здесь есть босс и две его копии. Одна на 66%, а вторая на 33%. У кого СС можешь повесить? Дайте каску по ШП и погнали. Давай, Хризи. Цирк приехал. Сильнее страдание. Хазарак, дай Геру. Прожимай без смарта. Спасибо. Это без вас я бы долго произойти. Не продержалась. Здесь произошли страшные события. Yes.
Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный заговор. Похрези, дайте антифир. Боюсь, давай, пуляй, Хризи. Тут замешана и более мощь. Алекс Страза выбрала достойно. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Слуги, обратите их в пепел! Тролли спекнись, здесь на Галеоне в ШП. Хазарак один выхилит свет. Эрдру и шаман тьму. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так. Значит, первая, вторая пати будет выходить свет. Третья, четвертая будет во тьме оставаться. Хризи танчит тьму, Смусуд ДД, Смартку танчит свет. По хилам Хазарак Свола свет, Розетта и Наумхер тьму. Розетта диспелит тьму, Свету диспелит Хазарак. Так. Бафайтесь там, ешьте, пейте. Чек на пул. Настоящим героям не нужна рыба, им только нужна уверенность в победе. Давай, Хризи, начинай, никто не шевелится. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Смарт, ты здесь остаешься. Кто остается? Я остаюсь. Thank you.
фаза пошла. Первая, вторая, мы проворачиваем. Поднимите друида быстрее. Сова, кто поднимает друида? Подняли. Лезвие закончилось. Скажу, когда зайти. Да ё-моё. Чё, зашёл, что ли? Да. Тупенький, наверное. Да у меня ДБМ не отображал лезвие, думал, теперь. Кто с дисплея сейчас светил? Во тьме на дисплее. Давай, нам через сову тащишь. Себя не урони. Цвету роз был? Нет, КД. КД 3 минуты. КД 3 минуты. Лок, лето, выруби нахуй. Чернокнижник из пека колдовство, выключите питомцев. Отпустите их куда-нибудь. Или просто вофнитесь, блядь. Остерегайтесь теней. Гандон, блядь, сука. Книжки выруби. Сколько еще таких героев? Че ругаешься, Мирка? Что я так не понимаю? Чей питомец это? Можете посмотреть? Я вроде своего на бездействие поставила. Скажите, книжки чей? Книжки надо его ставить на бездействие, потому что не отображается. У нас была такая тема. Понятно, ну жмых, значит, не понимают ничего. Тирит и Либери, вы писали, что ролите на хилах? Там просто бывает, что на панельке отображается, что типа не стоит автокаст, а в книжке стоит. Да, роль ты на оф, ребята, кому надо, чешка на танка. Соу, шамана, роль ты. Ебать. Джаспанк, Ленина, Сокс, Волнер, Нейвен, Войтбатчер. Ебать, 6 разбойников. Ну, хэпалы, да. Чё, никому не надо на лов спек, рольте эти ступки. Ты сам на каком нике сидишь? Я, короче, на ханте. Войд, у тебя есть ассист, да? Угу. Ты можешь начислять ей порогой, да? Да, могу ассист. Бестмод кем был? Мне. Кем? Мне. Молодец, это с гильдии? Да.
Жмых вот из гильдии. Не, жмых и не из гильдии. Тирент, это кто? А, это из гильдии. Тирент, это из гильдии. Вандос, это кто? Вандос, это волчат. Остальные вроде бы гильда осталось. А вот он, жмыкаха. По приставке. А ты получал уже ИП на друида? Ну, второй раз я тебе не дам. Все вспомнил. Вот так раз я не вспомню, и ты получишь ГП. Куда-то идем? Слава,